Александр Васильевич, пожалуйста. Владимир Ильич, проведены исследования личных вещей, багажа и частей самолета, потерпевшего крушение в Египте 31 числа. В результате проведенных экспертиз на всех предметах, о которых я сказал, выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло, так сказать, разваливание самолета в воздухе, чем объясняется большой разброс частей фюзеляжа самолета на таком расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт. Давайте вспомним еще.